Привет, любой блог! И сегодня мы снимаем такое очень интересное и увлекательное, и познавательное, Дима, и вообще классное видео. Вперёд. Господи, задолбали. Короче, я объясняю, да. Мы скачали приложение, и мы придумали вопросики про клоуны. Что за приложение скачали? Правда или ложь? Да, детектор лжи. И мы должны спрашивать вопросики и говорим, допустим, я гуляю ночью? Нет. Ложь. Значит, гуляю. Она но это неправда. Ночью. Гуляешь ты ночью. Ты гуляешь, мама Ани, посмотрите это видео. Куда а и 7 как августа ты не гуляла ночью? Ну, извините, у меня день рождения было, мне можно. И что? И то. Ну, гуляла ночью, да, значит. Окей, хорошо. Сейчас придумаю, сейчас. И просто так ты ночью гуляешь, 10 часов это уже ночь. Да и что? У Ани вонючие ноги. Да. Правда. Сейчас. Паш, не тряси. Дима моется? Нет. Можно показать средний пальчик? Короче, вот вы типа увидели это, ну мы, например, конечно, вопросы есть поболее, так сказать, более провокационные, интересные. И начнем. Покажи меня, потому что меня так и не показали, что зря я сегодня красилась и марафетилась. А тебя все равно не видно. Блин, давай. Я тебе реально говорю, у тебя реально ну, не хорошо, макияж, давай, ничего значит. Не видно. Некрасивая. А я что, зря сегодня красилась? Ребят, жопу печет. Ой, что? Привет, я тут. Тихо. Забирала ли Диму полиция? Да. Не забирал. Короче, начинаем. Давай. В общем, я предлагаю начать с Ани. Давай. Давай, Анечка, прикладывай пальчик свой. Аня, ты долго какаешь? Нет. Нет? Правда. Ладно, просто повезло. Повезло, да. Повезло, просто играно. Кто трясет столом, а? Вот кто трясет столом? Мои я. Руки будут. А что еще надо, чтобы было покачественнее видео, да? Ну, типа, если вот так вот руки будут... Дим, ну ты дебил, ну я говорю, ну не трясите столом, а? Прости, давай, мне вопрос. Давай. Сильно воняет, когда ты тюкаешь. Ну, воняет, а не Катя, но тьмя вообще больше, чем вообще. Воняет, прет какашками. Правда. Я же говорю, я когда пержу вообще, все сбегают, вот убегают с городов. Сбегают в другие города, потому что воняет так, что вообще. Атомная война. Боже мой, как Витя с ним только в одной комнате? Атомная война. Нет, нейтронная бомба. Нет. Паша. Вопрос окей, давай. К Паше, вообще ко мне, ну ладно. Я тоже так думал. Ну, целовал всем. Собаку? Попу. Нет. Что это? Правда. Правда. Нет, это не правда, ребята, мы все знаем да. Истину. Так, знаешь, что... Вопрос знаю, ко мне. Все знают истину, так что не надо. Не про меня вопрос никто ко мне. Не знает. Думаешь? Уверена. Училась я целоваться на помидорах? Нет. Ложь. Опа. Дарина обожает помидоры, она набрала 3 года и все. Да. Я не ем помидоры, я не люблю помидоры, не люблю томаты. Смотри, никто не верит. Смотри, на них хочу целоваться. Вопрос мне, да? Да. Бреешь ли ты подмышки? Ну конечно, ты что? Что, неправда? Вот я подумала показать. Давай. Не надо показывать нам свои подмышки. Давай, показывай. Завоняет сейчас как. Сейчас там не бритая, давай, да. оно. Ой, тхне. Ань, ты сегодня брилась? Да. А, серьезно? Серьезно. Ты видела свои подмышки? Отвечаю. Они побритые. Ты видела свои подмышки? Да. А ну, покажи. Да. Они бритые, Ань. Они бритые. Ань, посмотри на подмышку. Покажи. Я тебе серьезно говорю, посмотри на подмышку. Сейчас отойду от вас. Ну, ты сами сидите, помнишь? Я не шучу, Ань. Да стеснялась. Я не застеснялась. Куда ты пошла? Хочу проверить. Я здесь. Ой, пошли в жопу, не побритые. Брехуны. Аня, а ноги бреешь? А ну давай, проверим сейчас. Аня, бреешь? А, кстати, ноги не побритые, нет. Поэтому я ношу джинсы, шутка. Брею ли я ноги? Ну да. Ну, они не просто вот, не видишь, они сейчас не просто не побритые, потому что я ношу джинсы, не вижу смысла их брить. Ясно, понятно. Давай. Дима, я не ты когда-то целовался по-настоящему? Да, целовался, сосался, вообще я по десам давал. Правда. Бан видео. Дарин, давай. Дарин, доедала ли я когда-то корм за собакой? Нет. Не доедала.
Правда? Блин. У меня собака корм ест. Блин, бедная моя камера. Да. Вы мне камеру испортили. Паша, ой, Паша, Дима, положи. А, ну тебя Паша называют. А ну, ребята, да, я сейчас быстренько вот так да, вот. Да, блин. Убери палец свой, Паш. Зачем ты камеру положил? Ну, задавай вопрос. Паш, ты когда-то какал в кустиках? Нет. Правда. Правда. Не было у тебя детства. Паш, не ложи тебе палец, пока я еще не скажу. Хорошо, капитан. Хватит орать на все. Так, Аня, вылазь, мы разговариваем. Теперь я возбужденная. Дим, закройся. Капитан Нарун. Да. Так, Аня сейчас. Аня, пьешь ли ты саке? Боже, пусть не пьешь. Правда. Блин. А это я уже... Так вот сделаю, спасибо. Дима, рылся ли ты когда-то в мусорке? Нет, не рылся никогда. It's true. Кто сейчас? Я. Дарина. Ступала ли я когда-то ногой в какашку? Нет. It's la. Я вступала ногой в какашку? О-о-о. Давайте дальше. А что ты ставишь в руку, Ань? Ну я потому что сейчас... Паша. Ты Пашу вообще пропускаешь? Ну, хуже Таня. Так, давай задавай вопрос. Носил ли ты когда-нибудь женские трусы? Нет. Анна. Нравится ли тебе Витя? Конечно! Ну, да. Да. Опа, ну тут понятно, там любовь, морковь. Ну, а давайте Диму проверим, давайте. Нравится ли Диме ведь? А ну. Ой. Я уже руку стала. Дима, нравится ли тебе Витя? Нервничает. Нет, не, мне Витя не нравится. Бля. Заново. Что такое? Давай еще раз. Витя, нравится ли Дима? Нравится ли Дима Витя? Нравится ли Дима Витя? Я не нравлюсь Вите, Витя по девочке тоже. Блин, мы поломались. Повезло. Окей, теперь я. Фух. Нравится ли мне кто-то? Да, нравится. Хорош. Ладно, мне никто не нравится, я просто люблю этого человека. Но он мне не нравится. Ну, или так, я даже никого не люблю. Да. Даже не знаю. Павел. Павел. Воняет ли у тебя сорта? Нет. Правда. Не верю. А ну, Аня, понюхай. Все, она просто пока получится уже. Актер сидит, блин, нашелся. А я только что, хотите прикол? Только что перед съемками такую, ну просто... Ну, пугнул? Нет, вкусную. Просто зажаренную картошечку скушал. Просто. Дима, закрой рот. С этим, закрой рот, я с лучком и с лучком. И потом еще она, ну вообще вот так вот, чаечком запил. Пофиг. А я есть хочу. Так, я кто? Я тоже хочу есть. Ну, я тоже хочу есть, но мне пофиг. Ну, нет. Аня, я предлагаю сейчас потом пойти в магазинчик. Пойдем в ресторанчик купим. Да, в ресторанчик. Пиццы, ты заплатишь за меня? Суши, конечно. А, Дима? Ну, пиццы, нет. Суши, коньяк. Я предлагаю... Какой коньяк? А ну, Дима! А, Дима! О, давай, я тоже придумал вопрос. Давай, Дима, руку подносить, давай. Пьешь ли ты коньяк? Нет. Хорошо, ложи еще раз. Бухаешь ли ты по черному вообще в говнину, в поднос прям? Да. Дима, алкоголик. А, ой, нет, подожди. Нет. Давай, хорошо. Бухаешь ли ты в говнину вообще, в поднос вообще? Нет, не пью я. Я зож. Неправда, неправда. Вот видите. В общем, ребята, я предлагаю уже заканчивать это наш влог сегодняшний. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте Господи. Пальчик вверх. Мы ждем от вас поддержку. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно. Дим, чтобы не пропускать видео никогда. На молодого человека красиво. А там девушка просто прослась. Молодой человек шел. Ну, красивое платье у девушки. А вот и девушка. Это вообще, мне не нравится такое. Вообще... Лично, алло, да. Побольше затянула.
Сейчас я подойду к тебе. Ты пиво, пиво взял? Дима. Чё? Куда ты идешь? Оставайся с нами, со мной. Пиво, хорошо. А мне пиво только возьмите? Безалкогольное. А мне пиво тоже возьмите, Дим. Да какой ты, что издеваешься? Я не буду водку пить. Он врет, он сейчас придет и выпьет. О, мне написал Кирилл, сказал то, что мы собираемся у него. В общем, все, ребята. Это шутка, я ни с кем не разговаривал. Вы что, издеваетесь? Нет. Я вообще, ну, душка. Ладно, ребята, мы вас очень всех любим. Мы вас все очень сильно любим. Будем заканчивать это видео, потому что Паша идет пить коньяк. Так вот. Это наше сердечко к вам. Ань, а ну давай, черную свою рукой, а белый. Инь-янь. Да ну! Да это Паша. Все, ребята, мы вас сильно любим, обнимаем, целуем и всем пока! Пока!